Российский след. В Запорожской области СБУ провела масштабную спецоперацию. Задержания и обыски прошли в трех районах. Мелитопольском, Бердянском и Приморском. В поле зрения спецслужб попали криминальные группировки, которые курировали российские воры в законе. Они планировали целую серию тяжких преступлений, убийства, грабежи. Это должно было обострить ситуацию в регионе. Во время операции у подозреваемых изъяли оружие, автоматы Калашникова, пистолеты, патроны, бронежилеты. Нашли также документы террористической организации ДНР, а в компьютерах нашли информацию, подтверждающую связь этих преступников с российскими кураторами. В общей сложности задержали 10 человек.